Встречаем бой тяжеловесов. Калиниченко Владислав по прозвищу Влад. Его соперник Умаров Тимур по прозвищу Тигр. Несколько слов о бойцах. Информации у меня не так много. Фактически у нас две темные лошадки. Владислав. Рост 180 сантиметров, вес 90 килограмм. Профессия бармен. 91 год. 91. 21. Я почему-то представил себе Влад Кровавый. Кровавая Мэри, да, бармен. Поддержите Владислава! Я что-то понимаю, он сегодня просто как доброволец выходит, да? То есть просто первый раз на стрелке. Его соперник Умаров Тимур по прозвищу Тигр. Студент 18 лет. Ну что ж, парни готовы. Бойцы на середину. Пятый поединок. Я пожали по углам. Итак, боец готов? Боец готов? Бой! Тигр твой, куда ему? Опа! Все, жри, жри, братан, жри! Жри! Тигр, жри! Жри, Тигр! Руки подними! Двойку, Тигр! Руки подними, мне сказали! Двойку работай, двойку! Защиту держи! Колено, колено работай! Руки подними, закрывай! Колено! Смотри, 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 отойди! Колено! Оторви! Давай, Тигр, жри, или прогиб ему! Не хватаем за канат! За канат держит! Двойку, колено! Держите, парней! Тигр, двойку, колено! Влад, руки выше. Двойку, колено! Давай, пошли! Подержите парней! Защиту держи! Защиту держи! Добивай, добивай! Руки подними, нормально? Руки подними! Защиту держи, братан! Колено, колено! Колено! Прогибом, прогибом! Задуши его, все, задуши! Не держи, когда... Стоп! Поддержите, парни! Победа! Победа присуждается Умарову Тимуру по прозвищу Тигр. Пару слов, пожалуйста. Поздравляю. Спасибо. Честно, держи медаль, удивил. Ну что, Тимур, скажи честно, чем ты занимаешься вообще по жизни? Да. Каким видом спорта? Шашки. Шашки. Ну, спасибо за честность. Первый раз на стрелке, насколько я понимаю. Придешь еще? Мы найдем тебе достойного соперника. Поддержите Тимура! И, если можно, пару слов бармену Владу. Влад, как ощущения? Все нормально? Какие были планы на вечер? Я еще хотел посмотреть кино. Ну вот сегодня у тебя 3D-эффекты со всеми вытекающими. Да, я думаю. Чересчур реалистично. На работу, да? Ничего, пойдет. В следующий раз тоже приду. Какое кино? Какое кино? Первая кровь. Поддержите Влада! Красавчик! Спасибо.
спасибо. Хорошие поединки сегодня, друзья мои. Всем спасибо. На сегодняшний день поединки закончились.